предыдущей серии War Thunder. Гори в аду. Слушай, а убить его второй раз было весело. И кажется, что теперь я буду спать спокойно. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами повторим историю. Слушайте, я уже столько раз играл в эту игру, а вас до сих пор в ней не встретил. Качайте игру по ссылке в описании и давайте вломите мне, если получится, если посмеете. Ссылка в описании. Качай War Thunder. Эти танки, самолеты, корабли думали, что избавились от меня. Но они не учли кое-что, ведь не тупая техника. Они не учли, что есть реинкарнация. Что бы вы ни делали с Юджином, он всегда вернется. И остановить этот процесс бесконечный можно только в том случае, если уничтожится все человечество. И давайте-ка этим с вами займемся. Сейчас мы будем воевать. Уничтожать людей. Или уничтожать технику. Я даже не знаю, я обижен на вас, ребята. Юджин, что ты задумал? Я тут вспомнил вот это покалывающее неприятное ощущение дикой боли, когда вы меня расстреливали. Мы просто погорячились, ты уж прости. Ну не знаю, простить, не простить. Баланс боли должен быть восстановлен, поэтому бой! Кем мы будем с вами играть? Давайте выберем первую жертву. Т-26. Уравновесим. 129 таких выстрелов и 76 таких. Бронебойные, да? Это то, что нам нужно. Какой красивый. Весь в побелке вымазался. Что по стройкам лазит, хулиган. О, смотрите, ребята, оголенные. Они точно не ожидают удар в спину. Но я не могу по ним выстрелить. У меня совесть не позволяет, понимаете? Вот они, велосипеды школьных хулиганов, которые меня чморили. Ха-ха. Вот что бывает. Итак, увидим танк, увидим эту мразь. Сразу возьмем и бронебойными стрельнем по его тушке. Едем на точку С. Я слышу звуки войны, но я не вижу войны. Мы на главной площади. Здесь могут кинуть на деньги. Поэтому надо следить за своим задним карманом. О, те ребята, которые оголены сзади. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то точно вытащит у них кошелек. Это сделал я. Но я не хочу, чтобы это сделали со мной. Так, там как дела? Скажи, я боюсь за угол смотреть. Оу, нет, я не буду смотреть. Я даже не уверен, что я хотел вообще в эту часть города ехать. Он видит меня, он знает, что я там, да? Огонь артиллерии! Он вызвал на меня! Стой! Нет! Посмотрите, воткнул меня прямо. Пробил пах область всех моих ребят, самых лучших. Возрождение. Смотрите, это экскурсионный танк по городу вот этому катается. Воу, давайте сюда не будем ехать, потому что тут вроде как что-то должно взорваться. А, я же говорил, ебать, это всего лишь просто аттракцион. Поехали дальше. Смотрите налево, вы увидите разрушенные в хлам здания. Дерево только что провалилось под землю. А если посмотрите направо, то увидите мой дом. Нет, не это, чуть-чуть назад. Я живу вот в этой маленькой пристройке. Но этой пристройки чуть больше, чем мой прошлый дом. Вот этот. Так что идет, у меня все хорошо в жизни. Продолжаем экскурсию. Мы не можем преодолеть этот чертов маленький холмик. Его даже холмиком стыдно назвать. Это кочечка. Мы там столик заказывали в кафешке этой. Давайте сядем. Так, ребята. По нам кто-то стреляет. Какая мразь? Кто посмел? Он хотел скамикадзить на нас. Воу! А что так? Что начинается? Что это за маленькая хрень одноразовая приехала сражаться? Он сзади! Он сзади! А, нет! Он убил нас. Посмотри, прям в спину Джонни. Такое нахальство я еще не испытывал никогда. Приехал на какой-то, блин, штуке, не знаю, самодельной. Заехал со спины и всадил. Кошелек, небось, стырил. Самый отстой. Хуже всего, что мы лишились денег. Теперь нам в кафешке не посидеть. Гидрант. Обдало водичкой. Оу, самолеты падают с неба. Это предвестники апокалипсиса. Ой, кусты ломаются. Это вторые предвестники апокалипсиса. А, стоп, не мешай. Стоп, смотрите. Миссия провалена. Но! Я даже ни в кого не выстрелил ни разу. Я знаю, вы все этого хотите, абсолютно все. Чтобы я поиграл за немецкую армию! Ой, Евгений завалился в Польше. Штукцефих. Я один приехал сюда. Никто не решился больше со мной. А, прости, Гюнтер, я тебя совсем не заметил. Ну ладно, рули. Ага, уничтожил забор. Гюнтер, уничтожь тележку. Ну вы уверены, это так жестоко? Я сказал, уничтожен! Ха-ха, нарошен! Теперь Польша не вывезет эту Каткин. Тыркен! Тыркен, сын, шлепфен, аутспини! Да!
Просто неотесанный кусок металла пошлем в бой. Самое главное, что у него большая антенна, и мы можем ловить радио. Мое любимое радио, Шайзер ФМ. А, эти шуточки. Ich bin Scheider FM Radio, das kleine Fürchtchen Lepidus. Diese Federate wird voll tappen. Заслушался. Von Dächen. Von Dächen. Yeah. Походу отрикошетило мне обратно в мою харин. Такой большой, такой маленький ствол. Компенсируем размеры размерами другими. Ого. 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 Спрячемся за тележкой. С какой скорости мы поворачиваемся. Это слоумо-танк. Слушайте, с таким сражаться вообще нельзя. Надо просто находиться где-нибудь за зданием и стрелять из-под тишка. Преимущество! Снести стену. Где же все? Никогда не знаешь, откуда ты умрешь. С какой стороны смерть? Миссия в Шлиппенап Лифанхейн! Как было это хорошо! Победа без единого выстрела. Потому что мы умеем договариваться. Музыка. Что я на радостях даже и просто деньги трачу, несмотря ни на что. Просто исследую все подряд. Исследую, да? Давай, давай, хорош. Однако у нас с вами нерешенный вопрос с этим товарищем. Женек, что ты здесь делаешь? Я пришел поговорить с тобой, чувак. Слушай, что бы ты там ни задумал, знай... Завали. Хорошо, я завалил. Теперь заводи свои пропеллеры. О, нет. И в бой! Нам надо уничтожить наземные цели. Ты готов? О, блин, нет. Почему это снова происходит? Зачем? Почему ты не оставишь нас в покое? Да ладно, тебе понравится. Смотри, как мы вместе с тобой летаем. Как в старые добрые времена. Уи-хи-хи. Оп! Это было опасно, но я опасность люблю. Это мое второе имя. А первое имя Су. Получается, Су-опасность. Я потерял сознание. Я же летел ровно. Он надымил там слишком, видимо. Кто просил моего пилота взять и терять сознание? Не было такой команды. Как тут турбо включить, чтобы ускориться? Я что, зря в гараже своем на самолете этом эксперименты проводил? Я ему дополнительный движок, выхлопную трубу, все сделал дополнительное. Все, что надо было, не надо было. Заклинило оружие. Странно. Ничего вообще. Мне просто некуда было жвачку прилепить. Вот в следующий раз этого делать не буду, конечно же. Смотрите. Едет ко мне в деревню. Бабку мою не тронь! О-о-о. Ну ладно, тот может трогать, я его зауважал. Есть! Взрыв! И я из взрыва вылетел, как герой боевиков. Оп! А вот тут как-то не получилось. С бомбочками давай. Устроим бомбардировку. Устроим бомбардировку. О, смотрите, это тот чел, который сидит спиной. О, ему сам экстрим достается. Чувак, катался как-то на американских горках. Подъезжаешь к краю пропасти, и потом вниз... И ты стремаешь, потому что ты спиной к этому всему. Что, навалил кучу кирпичей? Сбрасывай их вниз на врага. Мы сейчас сбросим. Откуда, думаете, у меня бомбы на борту? О, вот, накидал. Давайте посмотрим. Летим вместе с ними. Что-нибудь сейчас взорву, да? Ох, нифига! Ой! Ну и ладно, и умереть не страшно. Смотри, какой смешной самолет с такой мордой. О, мы играем за... Япония. Ой, мы летим, пускаем дым, крыльями машем влево и вправо. Я перепутал стороны. Но главное, что я не перепутаю стороны в войне. Сейчас я догоню и укушу тебя за хвост. Я тебя в рор закатаю. По-моему, я сгорел. Я вернулся. Стоп, перегрузка. Надо подышать. Все. Крыро! Крыро! Сос! Сос! Давайте хоть кого-нибудь врезаться! Я не взорвался! Фух! Жив! Главное, он жив. Якобы меня убил. Якобы. Ну что ж, будем наблюдать за всем со стороны. Я буду комментатор военных действий. Вот мы видим, как якобы стреляет по кому-то. Он делает непонятные трюки. Он залетает в черный дым. Он исчезнет сейчас, как Копперфильд. Нет, вместо этого он появился и зажег Калуса. Тот пошел ко дну. А якобы продолжает якобы по всем стрелять. Якобы делает трюк.
и меня кикнули из игровой сессии. Вот это да, вот это да. Шестое место, если разделить на 2, то получаем 3. Но 3 минус 2 это 1. Первое место! Не верите, что я занял первое место? Вы посмотрите, все неактивные приметы 1. Первое место. Воздушные аркадные бои 1. Один! Я занял первое место! Ну что ты скажешь теперь, самолетик? А ты в меня не верил? Но мы вообще-то... Я только что сказал, что первое место занял, так что извинения приняты. Но я... А теперь давайте поплаваем с вами. Вот у этой лодочки были тоже ко мне претензии. Юджин, что ты здесь делаешь? Мы же убили тебя! Да, но я вернулся. Так что теперь мы с тобой как следует поплаваем. В бой! О, это же наши старые друзья! Капитан, смотрите! Боже мой, капитан, простите, но мы же столько раз с вами плавали. Может быть, вы все-таки уберете свою голову. Может быть, вы все-таки, ну, вниз спуститесь. Там же тоже можно смотреть. Что же вы как собака-то вечно любите из окна выглядывать? Кажется, я просто взял, зачем-то к врагам приплыл. Не хочу. Не хочу. Недостаточно свободного экипажа. Все заняты подыханием, кажется. Сейчас и устроим, друзья. Ой, во, смотрите, усыпим их бдительность. Мы спрячемся за развалинами старого корабля. Стой вообще, стой вообще. Гребите веслами в обратную сторону, чтобы он стоял вообще! Стоит, стоит, стоит. Дырки в корпусе. Так надо? Это должно быть? Это просто сливные трубы. Когда капитан в туалет сходит, нажмет на кнопку смыва. Что же он там так смывает много? Просто капитан обожрался макаронов по-флотски. О, смотрите, капитан чуть подальше в этот раз стал. Я его совсем не цепляю. Наконец-таки. Что, ребят, самое время трансформироваться в более огромную лодку. Давайте, сейчас мы соберемся в одну плавающую машину убийства. Ну или как минимум какой-нибудь плавающий кусок мусора. А, состыковка не состоялась. Вон он там плавает, кораблик. Давайте по нему пульку выстрелим. Так, на пробу, чтобы узнать направление ветра. Так, хорошо, летит. О, там взрыв даже. Это одной пульки-то. Я попал. Вы представляете, я попал. Той самой пулькой. Я командную работу замутил. У меня есть тут кораблик, который надо потопить. Да почему меня потопил? Вот это большой кораблик. О нет, о нет. Получай, скала. Нехрен быть тут скалой. А что я в скалу начал стрелять, сейчас не понял. Это специально, чтобы мы повредили структуру скалы, и когда враг будет проплывать, вот камни на него посыпятся сверху. Гениально, гениально, Петька. Умница. Что это за звук? Я сбил самолет. А можно было сбивать самолет не в себя? Так. Мы попробуем снова, конечно же. Потому что нам нужна победа здесь. Я не хочу, чтобы эта техника меня недооценивала. Я не просто, ну, я умею играть в эту игру. Осталось только впечатлить лодку. В бой. Ах, как красиво. Такая вода приятная. Закат. Это еще не закат, но уже вечереет. И мы плывем. Три друга на лодке. Саймон, рули давай нормально, а то что-то как-то стрёмно здесь. Что это за звуки? Ой, знаешь, что это может быть? Что? Я слышал легенду о морском чудовище. Это все сказки, не может такого быть. Я тебе говорю, ты видишь? Мы ничего не видим, а уже пробоины. И уже мы протекаем. Блин. Срочно чинить. Хорошо, починка есть. Снова! Это же морское чудище! Оно атакует нас! Откуда? Вон оно! Нас убили! А ты не верил. Короче, я понял, что людей ставить наверх палубы — это самое скотское, что можно придумать только. Они сразу умирают, и некому больше управлять лодкой. Мы поэтому возьмем других. Но в этот раз они, видите, они решеткой закрыты. Может быть, капитан и водитель сдохнут, но, по крайней мере, вот эти два чувака останутся живы. Это в нас. Это торпеда в нас. Не позволить, не позволить черпать воду. Кью. Выстрелили. Техника уничтожена. Есть. Заремонтируй срочно. Нужно направить во врага. Вон он стоит. На берегу. Я попал. Давай. Пробел. Да он стоит на берегу, он прям реально высунулся на берег. Давай, замочи. Есть! Мы горим! Ребята, которые застекленные, горят, а капитан в порядке. Нет! В итоге, когда их куполы загорелись и стали раскаленными, они не смогли даже притронуться к ним, чтобы открыть и вылезти. Я сделал только хуже. Ладно, все, теперь никаких открытых этих кабриолетов морских, пожалуйста. Да, блин, что происходит? Еще открытие. Ну ладно, ничего. Билл может не бояться, ведь у нас ширма тканевая его защищает. Тебя вообще за ней не видно, так что не переживай. Блин, море волнуется. Надо было не идти сегодня на работу. Знал же, что будет плохая погода. А, нет, пробоина, вычерпываем. Я убил. Я убил. Он смёрт. Он смёрнул. Ну, умер, точнее.
Че я сказал? Блин, летят в нас всякие снаряды, а мы выживаем. Влетело в нас! Что это было? Ну мы же живы. Ребята все живы. Да, кораблик, ты что-то хочешь сказать? Ну, поскольку ты убедил всех моих друзей, самолета и танка, что ты достоин второго шанса, то я тебе дам и третий шанс. Потому что я вижу, что ты можешь. Давай снова в бой, пока мы не победим. Прямо как ты с ними сделал. Да! Прямо сейчас. Прямо сейчас, вот, секунду. Прям вот. Готов в бой. Только сначала. Сначала мне надо кое-что очень важно сделать. Секунду. Он, кажется, не вернется. Это была эпичная битва. Как хорошо у нас получалось, согласитесь. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, и вы хотите увидеть больше этого, то ставьте 1000 лайков, пишите комментарии. А также регистрируйтесь в War Thunder, качайте игру, она бесплатная. И пуляйте вместе со мной. Потому что есть вероятность, что мы с вами встретимся. И вы отхватите знатных люлей от меня. Запомните мой ник. Каратель777. И это имя я заслужил по праву. Огромное всем спасибо, что смотрели. Не забывайте про все мои соцсети, про мой телеграм-канал и группу ВК. Все будет в описании. Все ссылочки. Переходите и кайфуйте вместе со мной. С вами был Юджин. И всем пять!